А перед началом ролика я хочу порекомендовать вам зайти на канал Delusion. Delusion мой знакомый ютубер и очень неплохой человек. Он снимает смешные нарезки по разным онлайн играм. И вы даже можете увидеть меня в паре моментов у него на канале. Так что переходите по ссылке в описании и передавайте ему от меня привет. Привет тебе, дорогой друг. Я хочу сказать тебе пару слов. Сегодня, когда я записываю это приветствие, 16 августа 2018 года, эта дата отсчитывает ровно год каналу Джохан. За этот год на этом канале было опубликовано более 50 роликов. За этот год я познакомился с несколькими действительно прекрасными людьми, которые стали моими друзьями. За этот год на канал Джохан подписалось 460 тысяч человек. Я безмерно благодарен тебе за твою поддержку, за то, что ты подарил мне шанс найти и реализовать себя именно в том, что мне действительно нравится. Я хочу сказать тебе спасибо. Спасибо моим друзьям, которые мне очень помогли на этой дороге и без которых всего этого могло попросту не быть. Короче, если нам с тобой по пути и ты готов к длинной дороге, приключение не должно быть скучным. Поэтому поехали! Ну, Apple Watch, типа, вот и думаю, там нужны ли они... О, деньги! Смотри, сколько денег. Сколько бабла. Ух ты, как красиво полетели. Они прямо из сумки вылетают. А тут можно с прикладами. А, деньги! Пацаны, веселимся! Деньги! Поебало, че? Смотри, как на тебя с петушком. Он сказал, поебало, да? Что сказал? Как это? Ладно, надо что-то укрепить, это долбоебы. А тут стены и так крепкие. Подожди, я ж могу. Ты посмотри, сколько денег! Уа! Как-то неловко вышло. Был пацан, а нет пацан. Чур его доля моя. Да боже, я уже устал ходить, я не понимаю, где посмотрите, вы все? Держусь, блядь! Где ты держишься? Сука! Куда идти? Куда посмотрите, посмотрите на меня. Куда? Да где все висели? Посмотрите, 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 блядь! Да я не могу посмотреть, я далеко. Так тяжело происходит. Не знаю, чем ты занимаешься, но я тебя к хуям давить еду. Дави, дави меня полностью, Давид. Я гранату так и не нашел. Да не сэ, она тебе не понадобится. Ты дурак? Там же вода! Там же вода! В смысле? Прости, пожалуйста. А ты жив? Конечно. Я же вышел. Я думал. Как? Там же вода. Ты в 800 метрах. Охуенно. Ладно. Ты знаешь, здесь есть животные, которые хотят тебя съесть? Нет, пока. Ну, блядь, узнаешь. И скалы всякие уёбищные тоже. Как здесь спускаться, хуй знает. Попробуй аккуратненько здесь выйти, спуститься. Ты появился где вообще? Блять, тут эти животные, сука. И скримеры есть, я, кстати. Я бегу за тобой, я бегу за тобой. И тем не менее, здесь график лучше, чем в Escape from Tarkov. Боже, блять, да иди ты нахуй, я выхожу из-за игры. Хуя, блять. Давайте пройдем на Б, просто зайдем, зарашим, поставим бамбу, буду папку. Так не работает это. Работает, смотри. Спорим. Отъедешь через 3, 2, 1. Блядь, а как так? Просто... Ух, нихуя. Оооо, чё твои? О, он сдвигло. Крип. Босс. Если тебя убьёт, я буду смеяться. Босс, он зашёл. Граната веры. Поехали туда. Там был airstrike, поэтому там могут быть люди. Кони, вон тот дом, вот тот дом выглядит хорошо. Очень аппетитно выглядит. Такое чувство, будто там никого вообще не будет. Вот идеальный дом, я не знаю, просто... Тормози, говорю! Твою мать, это единственный дом, где были люди, походу! Выходим, атакуем. На крыше кто-то есть. Вместе, 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 пожалуйста! Ну, вместе сдох, я это имел в виду, да? Давайте вместе сдохнем, типа я просто кричал, давайте вместе сдохнем, да. Ты хороший капитан. Я лайк показываю или это дизлайк? Я не могу понять, кажется, это лайк. О, короче, пошел хардкор. Вонючие эти, как конченые манекены. Манекен! Аня, а что меня убило? Что меня убило? Ты можешь меня поднять? Посмотри на меня, я лежу как аутист, вздыхаю. Ты можешь меня поднять, пожалуйста?
извиняюсь, у меня тут типа... Пожалуйста! Пожалуйста! Я очень не там вообще. Я понимаю, у меня еще есть куча времени, чтобы выйти на улицу, спасти меня, спаси, пожалуйста. Вам нужен, я боевая единица. Ты посмотри, сколько мне мало. Уже все. Свет в конце. Короче, сейчас будет жестко. А, нет, в смысле? Не будет, ты просто сдохнешь. Я просто еду, не будет жестко. Хочешь хардкора? Ну, вообще, да. А что ты можешь предложить? Группа Нитро. Такой аутист! Просто в ловушке сдох! Ай, блядь! Как и я, собственно, блядь, это карма, ты понял, вот как работает это дерьмо? Погнали, да, за аэродропом. Сейчас полетит, возьмем. Блин, только эти горы, конечно, обосранные. Эти горы. Преодолеваются на раз-два. Смотри, раз. Мы на такой поверхности держа... Два. Не вижу, где... Ёб ты твою мать! Я работай. Понимаю, а выбор есть у нас? Ёба! Да. Что я умею? Воу, электрикатора! Воу! Твою ран! Подготовься к обороне, они начали. Что это было? Страшные игры. Что это было? Ты сейчас взрываешь стену, ты которую... Ты что, меня к хуям было? Блять, ну это пизда для начала, мне уже нравится. Что делать, мы сдохнем, когда он здесь, да? Я вот сейчас сделал такую штуку. И когда нужно будет, использую. Подожди, а я тоже могу такую штуку сделать. Нет, не можешь. Вот, смотри, я телефон заложил. Ну, аджи, у меня есть импактовая граната. Кидаю куда-нибудь. Куда? Куда кидать? Туда. Я вот одного не понимаю. Воу, там люди, Вася, я не знал, что там люди, не знал, что там люди. Ты чё, ебанутый, ты нахуй меня положил? Ты нахуй меня убил? Вообще около другой двери. Я был около 24, дебил. Я думал, я в другую дверь заложил. Не, есть гранатка? Есть. Хочешь прикол? Вот за тем знаком, вон, за тем знаком я спрячусь, ты перед знаком кинешь гранату, и я не взорвусь. Серьезно? Серьезно. В смысле, если перед знаком? Ты хочешь сказать, ну, что ладно, знак тебя защитит от гранаты? У меня есть граната, у меня есть граната. А, нет, и граната, кинь-ка. У тебя есть, да? Да. Куда кинуть? Вот сюда, вот кинь. Ладно. Плохо. Ай, смотри. Да не может быть. Вот если он сейчас выйдет оттуда, у меня просто куям сгорит жопа, и все, этим все закончится. А ты не думаешь, что может вообще суицид выйти? Че это? Такой, опа. Ну, привет снова. Я знаю, ролик получился не очень длинным, ну просто потому, что два ролика в неделю сделать довольно тяжело. Да, и кстати, рубрика челленджи зашла на ура, поэтому буду делать ее раз в месяц. Думаю, этого будет вполне достаточно. Короче, спасибо, что досмотрел до конца. Ставь лайк, если понравилось. Ну, а на этом сегодня все, друзья. Всем пока.